Приветствую всех из Одессы. Время 20:50. У нас только что объявили воздушную тревогу. Причина сообщает о том, что над акваторией Черного моря летает авиация российская. И уже якобы были пуски ракет в направлении Днепра. Также хочу напомнить, что высокая угроза присутствует и для нас, для Одессы, потому что сегодня целый день летала разведка. Вот, сегодня уже атаковали нас один раз баллистикой. Не исключено, что могут пустить ракету. Вчера, кстати, в такое же время были пуски ракет тоже с авиации, с акватории Черного моря, на Одессу. Но ракету сбили успешно. Вот я на связи. Пока все тихо, никаких взрывов не звучало. Будет обновляться информация, буду сообщать. Всем мирного неба, до встречи. Пока.